Moldova are nevoie de modernizare pentru a asigura cetățenilor săi un nivel destoinic de viață, dar pentru asta țara trebuie să-și traseze obiectivele clare de ieșire din criză, care ar pune bazele unei dezvoltări durabile și de succes. Declarația a fost făcută sâmbătă, 19 octombrie, de președintele PCRM Vladimir Voronin, la ședința festivă dedicată celor 20 de ani de la fondarea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Potrivit lui Voronin, situația actuală din țara noastră este una dramatică. Dacă lucrurile nu se vor schimba, totul va deveni și mai trist. Dacă se va întâmpla așa ca și azi, atunci în cel mai apropiat viitor ne așteaptă singura cartină realitate. Unijenă țara, apustevșie sau zamerșie cu totul sela, apustevșie orașe, și, izvinite, переполненные кладбища. Конечно, смириться с этим нельзя, тем более нам, коммунистам. И мы видим выход из этого положения. Мы знаем, что нужно делать. Una din soluțiile cheie pentru depășirea crizei socioeconomice din țară se referă la vectorul de integrare al țării. Vladimir Voronin susține că doar statutul de membru al Uniunii Vamale poate oferi un moment de respiro economiei naționale, după care să urmeze o creștere stabilă și modernizarea economiei. И снижение себестоимости выпускаемой всеми, без исключения форм собственности, кто выпускает продукцию. Далее. Выгодно гарантированные давно освоенные рынки сбыта молдавских товаров, которых мы иногда называем историческими. Экономия в бюджете только по этому решению, на бумаге только, сразу дает нашей стране около полумиллиарда долларов в год, за год, за оплату импортируемого газа, что позволит, соответственно, снизить стоимость коммунальных платежей, тарифов, создать условия для расширения и развития местного производства. Это только некоторые из известных эффектов такой интеграции. Напомню еще раз. Таможенный союз в его практическом исполнении до 2010 года не существовал. Поэтому мы не могли, будучи во власти, решить вопрос вступления в таможенный союз, когда наши оппоненты спрашивают, а что вы, коммунисты, не решили этот вопрос раньше. Сейчас таможенный союз – это реальность. И кто бы, и как бы нас ни критиковал. И по прямым аспектам деятельности этого таможенного союза и по политическим аспектам. Понятно, что для Молдовы такой путь интеграции означает, в первую очередь, незамедлительная реанимация всей экономики, выход из состояния клинической смерти, если хотите, всей нашей этой еще оставшейся экономики. Potrivit comuniștilor, aderarea la Uniunea Vamală trebuie însoțită de o politică socială agresivă. Liderul PCRM crede că statul trebuie să depună toate eforturile pentru a sprijini păturile sociale ale populației. Наступательная социальная политика нам нужна. И мы это говорим не впервые о наступательной социальной политике. И мы именно так, перейдя на наступательную социальную политику, после того, что пришли к власти в 2001 году, когда мы в 2003, и особенно начиная с 2004 года, начали применять наступательную социальную политику, мы и добились очень серьезных результатов. И в решении социальных вопросов, но и в поднятии экономики и развитии экономических показателей по всем направлениям. Мы уже знаем, что эта политика в значительной степени не является вопросом, и тогда мы знали, и сейчас мы знаем, и так оно и будет, что так вводить такую агрессивную социальную политику нужна политическая воля власти. Политическая воля тех, кто находится в этой власти, а не только они пребывают при власти, как нынешние. А не только и тех, которые не только и не столько, так сказать, ищут для себя экономических выгод. Если людям, посудите сами,
если людям не платить зарплаты и пенсии, если сокращать их доступ к образованию и медицине, так это и есть настоящее экономическое безумие и ментальная неполноценность, чтобы не сказать иначе, это и власть. Но если мы хотим, а мы этого хотим, преодолеть не только социальный, но и экономический кризис, то, что на базе преодоления экономического кризиса или вернее его результатов мы и будем развивать эту социальную проблему, то мы должны резко увеличить платежеспособность, спрос населения. Переводя сказанное мною на простой язык, на человеческий, это означает повысить пенсии, повысить зарплаты, повысить стипендии, повысить все формы выплат для народа. Это еще означает немедленное восстановление всем категориям населения, лишенных тех социальных гарантий, которые ввели мы, будучи во власти. Не будет никакого экономического роста, кто бы что ни доказал. Любой лауреат Нобелевской премии, пусть приедет и докажет. Но не будет никакого экономического роста, если пенсионеры всех уровней, если работники бюджетных организаций, если военнослужащие всех институтов, системы правоохранительные, Министерства обороны и других государственных структур не получат того, что они по праву должны получить и заслуживают своим трудом, своей работой. Totodată, comuniștii spun că țara trebuie scoasă de sub influența forțelor străine și trebuie îndepărtată de la împrumuturile oferite de finanțatorii occidentali. Lațul datoriilor în care acum este cuprinsă Moldova va menține statul nostru în genunchi și nu-i va permite să se dezvolte de sine stătător, a declarat Vladimir Voronin. În cei 8 ani de guvernare comunistă, PCRM a demonstrat că Moldova se poate dezvolta independent. Что не хватало 24 часов, не хватало 365 дней. Но главное, что мы сумели за время нахождения у нас во власти, мы доказали и себе, и всему молдавскому народу, и тем друзьям истинным, и тем друзьям, в кавычках, которые крутятся вокруг Молдовы, что Молдова имеет перспективу для самостоятельного, полноценного экономического и социального развития. Без всех сумасшедших сумм кредитов, без того всего влияния, вмешательства в наши дела, внутренние дела, мы это сумели доказать. И мы за те 8 лет вместе с вами, именно наша партия, подняла впервые за все эти годы Молдову с колен. Și nu în ultimul rând, una din condițiile primordiale pentru scoaterea Moldovei din groapa în care se află și montarea ei pe o cale sigură de modernizare este lichidarea fenomenului corupției. Comuniștii spun că în cei 8 ani cât s-au aflat la putere au redus practic la minimum nivelul de infracționalitate. Bandiții au ajuns la pușcărie, ori au fugit din țară. Însă au fost puține succese la capitolul combaterea corupției. Prin urmare, Voronin propune o soluție radicală. Sistemul judecătoresc nu trebuie reformat, ci trebuie schimbat din rădăcini. Cu alte cuvinte, construit de la zero, în baza unor reguli de joc clare și oneste. Dar problema corupției, eu повторяю, гораздо серьезно. Победить это зло, подменившее собой сегодня всю систему государственного управления, и даже государственное управление я в самом широком смысле, это не только правительство, там вообще не поймет, что чем занимается. Я имею в виду и парламент, и другие институты власти, где законы покупаются и продаются, где за голосование по какому-то закону или поправке платятся конкретные деньги. Победить эту систему очень и очень сложно. Если мы решительно, прежде всего,
Да, речь идет о людях, поэтому надо смотреть, кто занимается этой проблемой, на каком уровне, при каком качестве, с какой ответственностью, с какой честностью, порядочностью. Но есть еще один фактор. Если мы не победим эту коррупцию, если не изменим коренным образом судебную систему. Изменим, а не реформируем. Потому что при всей реформации все остаются на своих местах. Меняются какие-то бумажки. А по сути дела, по глубине проникновения в проблему никому ничего не удается. Суды из филиалов и подразделений олигархических кланов, обслуживающих их, должны превратиться в институт их немедленного уничтожения и ликвидации. Мы уже предлагали прямое избрание судей народом. Настаиваем на это предложение. Настаиваем на право их отзыва. Всю судебную систему надо поставить под прямой контроль общества. Повторяю, это единственный гарант того, что социальный заказ на честность, объективность и беспристрастность будет исполнен. Если мы коррупцию не победим, не уберем ее из коридора власти прежде всего, говорить об успехе Молдовы, говорить о прогрессе в каком-то направлении, это можно, но это будет теория, но не практика. Actuala guvernare nu va dori să realizeze aceste lucruri. Interesul lor este de a se îmbogăți și de a prelua toate averile statului și ale poporului, a declarat Voronin. Liderul PCRM este convins că doar comuniștii dau dovadă de voință politică și doresc cu adevărat să schimbe lucrurile spre bine. Iar oligarhii care jefuiesc poporul trebuie să știe că imediat ce comuniștii vor reveni la putere, vor întoarce statului tot ce a fost furat de la cetățeni în ultimii 4 ani, a promis Voronin. Будь то банки, аэропорты, телеком сейчас они хотят царпнуть опять, или еще что-то, что похитила власть за последние 4 года, должно обязательно вернуться народу и государству. На этой неделе у меня была встреча со всеми европейскими послами, аккредитованными в Кишиневе. После того, что я им прочел, что я заготовил домашнюю заготовку свою, перешли на вопрос. Вот один из послов меня спрашивает. Как вы, я там тоже подчеркнул, что самый большой бич и самая большая зараза болезни Молдовы – это коррупция. Как вы собираетесь с этим бороться, что вы будете делать? Я сказал, что мероприятий будут немало, люди должны быть очень подготовленные, очень чистые во всех отношениях. Но есть еще одна вещь. Почему-то мы все вместе с вами заполняем в конце года декларации о доходах. А почему мы не заполняем декларации о расходах? И почему мы не делаем баланс, чтобы посмотреть 50-50? Что заработали и с чем остались? И что съели? Или что приобрели? Последнее. Нас часто упрекали в том, что в период своего правления мы слишком много отдавали времени и сил для решения приднестровского вопроса. Но мы утверждали все эти 8 лет не для них, для тех, которые развязали эту кровавую бойню на Днестре, это бесполезно.
Și în final, Vladimir Voronin a ținut să precizeze că pentru a răsturna regimul de la putere și pentru a readuce Moldova pe calea dezvoltării, este necesar ca toate forțele sănătoase din țară să facă un front comun alături de popor și să ducă această misiune până la capăt. Превратить эти планы в реальность можно только всем народом, всей страной, всем обществом. Опираясь на него, на силу народа, действует с ним заодно, в партнерстве. А потому сегодня партия коммунистов заявляет, что все иные политические силы, которые хотя бы частично разделяют с нами эти цели, которых мы обозначили, и способы их достижения, будут нами рассматриваться в качестве наших партнеров и союзников. Независимость от названий партии, от имен конкретных персоналей, от прошлых, имеющихся между нами, между ними, каких-то взаимных обвинений или недоразумений. Независимость. Если мы хотим победить, навести порядок в стране, построить настоящую демократическую современную Молдову, то мы должны объединить все здоровые силы общества, которые то же самое хотят. Другого способа просто не существует. Потому что всегда те, которые разобщены, очень легко победить. Не победят тех, которые объединены. Никогда. Потому я считаю, я прошу считать все медийные источники всех товарищей из этих партий, которых я указал, мое заявление, чтобы они рассматривали в качестве открытого приглашения войти в такой всенародный фронт. Я верю в то, что мы с вами, опираясь на поддержку народа, сумеем еще раз поднять Молдову с колен. Я знаю, что время отсчитывает последние дни этого режима. И в день 20-летия юбилея нашей партии я хочу вновь повторить наш главный девиз, который мы победили 8 лет назад. Все, кто не против, все с нами. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, cea mai mare formațiune politică din țară, a sărbătorit 20 de ani de la fondare printr-o ședință festivă. Data fondării pe CRM se consideră 22 octombrie 1993, când a avut loc prima conferință inaugurală, după ce în august 1991 în Moldova a fost interzis Partidul Comuniștilor. Pe CRM a devenit formațiune parlamentară deja în anul 1998, cu 40 din 101 mandate. În 2001, Partidul Comuniștilor a avut o victorie incontestabilă la alegeri, intrând în Parlament cu 71 de deputați.